Hey guys, welcome to my YouTube channel. It's Insights from Ukraine and Russia. I have two intercepted phone call conversations for you, but please be prepared to be pissed off. By the way, the first call was made by Ukrainian separatist from so-called DNR, which is Donetsk People Republic, which is temporarily occupied territory. So let's listen to this conversation. Привет. Короче, больше половины не хотят ехать. Ну а что они тут хотим, мы хотим, что получили, блядь. Все, блядь, есть, а теперь не хотим. Как ты когда получается, ебать? Да что, блядь, блядь, ну, вон, блядь, что я им могу сделать? Я, короче, поехал. Ну с наших 20 что, 5 человек сидит тут? Да. А банкир, блядь. Короче, сейчас я их построю, блядь. Я скажу конкретно, кто едет. Постройте людей. Всем довези, кто не едет, а в обороне будет, ебаный рот. Что они, блядь, едем, едем, получили, что теперь не едем, нахуй. Ну, сейчас скажу, блядь. Давай, скажи им, на обороне будет стоять, блядь, в обороне. Блядь, я им говорил, что мы будем в обороне. Ну, тут россияне ж напиздели, блядь, и сами съебались. Ну, сегодня утром они чухнули, что русские отказались. Говорят, вы что, блядь, едете, вы в мясо. А русские что, вышли оттуда, что ли? Ну, я тебе говорю, вот, куда нас привезли, они тут стояли, их послали туда, они отказались, уехали, блядь, в другую сторону, да. И говорят, вы что, долбоебы, блядь, куда вы сунетесь? И вот это началась паника. And now be prepared to dive into the world of irrational aggression expressed by Russian soldier who actually has sympathy for Nazism and who wants to be in this war just because of pure hatred toward all Ukrainian. And I'm sorry that you will hear what you will hear in this conversation. Харкові там где-то, я не знаю, идут ожесточенные бои потом, ну под Харковом где-то. Потом там возле Донбасса тоже ожесточенные бои идут. Ну и вот хотят же, вот это же все никак не возьмут, Азовсталь. Ну что, да, возьмут. Путин же сказал, химические войска призовет. Какие? Химические. Как мы между собой общаемся, говорят, надо всех убивать. И детей, и женщин, и всех подряд. Кто сказал? Ну, неважно, кто сказал. Всех надо убивать, всю Украину надо вытравить просто, до самого Львова. Ну, планета... Находится, все надо вытравить, чтобы этой страны вообще не было на карте земли соответственно. Это не они, это их такими сделала США, это они против нас там замышляли давным-давно все. Ничего. А они хотели войну? Это не украинцы, это не украинцы, это эти. Ну, не понял. Ничего, мы воюем с кем? С Украиной? Украиной. Ну ничего, будет бой. Я сделаю то, что я хотел. Я им все просто подстреливаю, все, что можно. Что сделаешь? Все отстрелю. Главное, их хозяйство отстрелю и все. Самое главное, что у них есть. Пластику на лбу нарисуют ножом. Я специально, я лично им нарисую. Жалко, флага украинского нет. Я бы его спалил бы. Снял бы на камеру, потом выложу в интернет, как приехал. Okay, well, it's just a sociopath wanting my nation to be killed. And actually such people, they help Ukraine in some way. Because the more they speak, the better chances that Russia will be isolated from the rest of the world for a few decades at least. And I generally want it because I'm already sick of such people with their irrational desire to just destroy my whole country just for no reason, because someone told them to do so. You know. Anyways, as always, I want to thank you for all kinds of support, for subscriptions, comments, shares, and likes. And I'll see you next time. Goodbye to y'all.